В Институте иностранных языков РУДН прошла творческая встреча «Лермонтовские чтения». Она состоялась в честь 201-го дня рождения Михаила Лермонтова. Имя великого поэта здесь особо почитается. Институт награжден медалью Лермонтова за вклад в отечественную многонациональную культуру. Литературные чтения уже стали здесь доброй традицией. В Инъязе отношение к литературе трепетное и внимательное. Институт иностранных языков – лингвистический вуз. Поэтому, естественно, все, что касается языков, касается литературы, поэзии, для нас это не чуждо. Дети, выступая на этих мероприятиях, совершенствуют, развивают свое профессиональное мастерство. Это составляющая часть, в том числе и учебного процесса. То есть это не только внеучебное мероприятие, а это составляющая часть процесса учебного. Конечно же, участники волновались перед началом выступления. Однако со своей задачей они справились на отлично. Студенты показали всю красоту и глубину лермонтовской поэзии. Я выбрала это стихотворение Дарьи Терека, потому что я сама не раз бывала на Кавказе. И читая это стихотворение, я видела всю ту атмосферу, которую чувствовал поэт в данный момент, находясь на Кавказе. Мы, ведущие, с ним написали сами сценарий, готовили наших участников с этим стихотворением. Они его учили, мы их проверяли. И был недавно прогон. Все получилось замечательно. Вот 201-я годовщина Михаила Юрьевича Лермонтова. Великий праздник. Ирина Таран, Ольга Епихина, Ибрагим Юнус, Хин Шин, Яник Набра. Новости ТВ РУДН.